Я ужасно устала, хочу спать. Нет, ты не устала. Ты напугана. Ты хочешь мне что-то рассказать, но не решаешься. Ничего подобного. Ты потерял память. Для тебя я посторонняя женщина, с которой ты не прочь поразвлечься. Но я не из таких. Спать с женой — это развлечение. Жена ты мне или нет? Ты жестокий и расчетливый. Ты стараешься меня унизить. Ты стремишься починить меня, но я тебе не поддамся. Ибо, несмотря ни на что, я еще не утратила свою честь. Дурак. Я женился, уже будучи мужчиной, в полном смысле слова. Елена, моя жена, была уже не молода и вскоре скончалась. Но оставила мне этих двух девиц. Умниц и красавиц. Ведь правда не красавицы? Да, еще бы. Конечно, все отцы гордятся своими дочерьми. Но они дарят мне радость. Они милые и добрые. Особенно Мария Хосе. Она такая ответственная и работящая. Завтрак изумительный. Давно уже так вкусно не ел. Правда, дочка? Да, папа. Но ты не выпила ни капли сока. Попробуй. Неужели вам не кажется, что вам это снится, девочки? Папа, это завтрак. Я говорю об этом месте. Здесь так чудесно, официанты такие услужливые, и вообще, вы уж мне простите, сеньор, но мы люди простые. Да, я могу и не говорить, это и так видно. Благодарю вас за приглашение и столь роскошное место. Скромное удовольствие. Спасибо. Когда я скажу своему приятелю, он мне не поверит. Хоть это и не вино, я хочу поднять тост. За удовольствие.